Транспортный вопрос остается одним из самых острых для микрорайона Трехгорка. Чтобы сделать движение более удобным для всех, была запущена выделенная полоса для общественного транспорта. Для того, чтобы проехать Сколково, маршрутному транспорту нужно было зайти в общую пробку, развернуться и поехать в сторону станции. На это порой тратилось до 30 минут, поскольку это единственный выезд. Теперь добраться до станции можно гораздо быстрее. Протяженность полосы около 150 метров, но она позволит сэкономить примерно 15 минут движения в сторону станции МЦД Сколково. По новому маршруту прокатился глава округа. Остановки, наверное, появятся к лету, да? Да, не позже. По новому графику. Возможно, мы еще посмотрим небольшое изменение схемы движения этого маршрута. Да, пересмотрим реконструкцию. Потому что вот именно на тот разворот, где вот там они мешают движению. Небольшие доработки еще будут проводиться. По новой выделенной полосе курсируют автобусы 27К, номер 3 и 44. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».